И вновь доброго времени суток, вещает канал Нокумец Парадокс. И мне нормально заработал захват данной игры. Это Friday Night Funkin, если что. Попробуем. Заработал на этой неделе. Мне трижды сводило плечи. Чуть инсульт в пятой точке не случился. Из-за этих говнюков. И захват хреново работает. Кнопок. Ох, вы говняки, а. Ох, вы говняки, а. Адовые демоны, блин. Не надо, ребята, ну не надо. Ребята, хватит, ребята. Понимаю, что у вас жуткий месяц, но не надо мне устраивать ад. Не надо меня жутковать, раз жуткий месяц у вас. Ай! Что ты такое делаешь, а? Я же сказала, нажимай на кнопки правильно, ну. Что ты за человек такой? Грузись, грузись, давай. Грузись, не тормозись. Покушай шоколадку. Ох, то бойфренду тоже не нравится гроза. Не только герфлендру. Не только подружку эту. Напрягает гром. С молниями. Этого тоже прошивает. Поцика в кепке. Спокойно. Знаете, с таким же серьезным лицом сижу обычно над Неймэскэт. Которую, кстати, не смогла записать, потому что эта собака не проходилась никак. В конечном итоге я потратила 1,5 часа на запись Неймэскэт. Поняла, что застряла и выключила. Я сейчас не в том моральном состоянии, чтобы играть это. Я не туда тыкаю, да? Засранцы меня пугают. Я прошла первый трек! О, нет, я прошу. Ой, спасите кто-нибудь. Убери тихо. Ну или вкалите об успокоительного. Они какие-то больно резвые. Пацаны. Давайте я вам конфет притараню, а вы успокоитесь, а? Давайте лучше чайку попьем с шоколадкой. Нет, начался ад! Нет, не надо меня убивать! Да есть у меня шоколад, и есть. Ай! Сломалось что-то. Оно, что-то в нем сломалось, понимаешь? Можно не надо, пожалуйста. Ребята, ну не столько же стрелочек. То успокойтесь вы хоть чуть-чуть. Господи, как я в прошлый раз это прошла, а? Какой-то алгоритм, что ли, нашла? Знаете, первый трек следующей недели такой легкий, а после этих пацанов он вообще никак не проходится. Это называется посттравматическое состояние.
Когда запарываешь даже самые легкие действия из-за того, что тебя раньше запугали. Есть! Я прошла этот момент! Слава тебе, Господи. Идем путем наименьшего сопротивления. Фух. Самое сложное бы подосли. Главное, в принципе, дальше не путать клавиши. Так, в принципе, и мы живчиком. Фух. Есть! Нас выпустили! Так, три трека. Ну, вперед. Ой, пацанчик, пощади, а. Им не хватило прошлых адовых демонов. Фух. Вас вообще не смущает, что вы в метрополитене, да? Или где они, на вокзале? Вверх, вниз, вверх, вправо, вниз. Вон. Мадам наша сейчас как улетит шевелюра, и узнаем на ней много нового. Вверх, вправо, вниз, сверху. Пацан, ты, наверное, готовишь меня к следующей неделе? Четвертая неделя — это жопка. Ну, конечно, не хуже, чем второй. Чем второй, вторая неделя с атаками. Но тоже стрессняк еще тот. По крайней мере, после второго трека точно. Я бы представил, что будет на остальных неделях. Пацан. Может, договоримся? Я тебе патронов достану для твоего пистолета. Из метро притащу. Мне кажется, у меня там небольшой избыток. Вследствие того, что я эту игру давно не вижу. Вверх. Спокойно, спокойно. Это еще легко, это еще спокойно. На секунду потеряла клавиши. Я не знаю, у меня одной так? Или у всех, кто играет в пиксельные игры? Я хуже сосредотачиваюсь, когда у меня недействующая рука, то бишь левая, я играю на стрелках. Не на клавишах Shift, Z, X, C. После пиксельных игр. Ох, соображаю без такой расстановки пальцев. Мне просто мозг переклинивает насчет того, что что-то здесь не так. Пока я не поставлю пальцы как надо, мне идет замыка. На том, что что-то тут не так. Сейчас будет совсем не так, да? Ой, да. Ой, да. Сосредоточились, руки от клавиш не отнимать. А, страшно. Очень стыдно. Уверена, что это не хоррор. Ай. Прокатило с перепугу. Пару клавиш. Фу.
Вдохнули и помчались. Ребята, успокойтесь. Это просто, это еще сравнительно просто. Это надо просто пережить. Ой. Меня ни один хоррор так не напрягал, как эта игра. Более напряженная только Nameless Cat. Не вообще мигрень. От тамошней безвыходной ситуации вечной. Ох. Так. Третью неделю мы прошли. Мамочка должна убивать. Маме must murder, блин. Ну, а сейчас мы и сдохнем, я так подозреваю. Тетенька, не надо. Тетенька, не убивайте. Я всего лишь подружилась с вашей дочерью. Мы даже не общаемся. Я вон пою постоянно, она постоянно трясет головой на колонке. Сидя. Мы даже не разговаривали почти ни разу. За что вы мне так, а? Все мне хочется нажать вниз и свалить куда-нибудь в подвал. О, я выучила эту комбинацию. Слава тебе, Господи. О. А вот с ней сразу и подохнем. Не стрессовать. Знаете, какая ответственность за правильное нажатие этих стрелочек этих? Ого. Оказывается, так играть умею, да? Аж самое страшно стало. Знаешь, как страшно? Ты еще на автостраде, да? Ой, ну поздравляю. А с машины свалиться не боитесь? Троица придурков. И вон те еще сзади. То. Я чувствую дальнейшую жопу и начинаю косячить. Предчувствую дальнейшую жопную ситуацию. Дзынькает еще что-то. Я поняла, что это такое дзынькает. Это они продают... Это где-то открыли неподалеку кассу после первого трека. И они продают билеты на нашу смерть. Это такие гладиаторские бои местного масштаба. Ой-ой. Так, не отвлекаться. Мадам, ну вы со маникюра. Значит, это кто, папаша этой девушки? Ну, моя мамаша из того же теста слеплена. Страшно, тетенька, не бейте. Так. Ну, это пока вроде просто сыкотно, но не фатально. То есть пока еще нас щадят, да? Третий трек обернется нам инсультом пятой точки, да? А-а.
Тихо, ты еще залагай, блин. Чтобы я все пропустила, прокакала, проговнякала, еще кучу эпитетов к данному случаю подобрала. Кто бы знал, как мне страшно сейчас. Так, ясно. Как со второй неделей. Будем стараться идти по пути наименьшего сопротивления. Наименьших косяков. И зарабатывать баллы, когда можем. Так. Полжизни эта женщина из нас выкачала. Парень! Ты уверен, что тебе нужна эта девушка? Знаешь, как говорят? Посмотри на маму своей женщины. Поймешь, какой она будет через 20 лет. Ты уверен, что хочешь такую жену, да? Ты уверен, что ты выдержишь, да? Спокойно, 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 не подыхать. Чтобы мне пульс зашкалил, я на этот отвлеклась. Кое-как 50 на 50, но мы выжили в этом аду. Что тут еще осталось? Пятая и шестая неделя. Red Snow, Winter Horror Land. Ай, здрасте, жопа, Новый год. Ладно. Это был канал Nokomis Paradox, игра Friday Night Funkin'. Если у вас есть совесть, то... Если вам понравилось, если у вас есть совесть, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны. Я попытаюсь отойти от этого шока и записать следующую серию. Все-таки допройти эту игру. По крайней мере, пока ее не обновили. Надеюсь, что там будет обновление когда-нибудь. Потому что мне мало впечатлений, правда? Если у вас нет совести, то мне вас очень жаль. Потому что бессовестных людей никто не любит. А так, хорошего времяпровождения, услышимся в следующем видео. Не играйте в эту игру без крепких нервов под рукой. А так, пока.